Тем временем есть еще один способ пробираться мимо пробок не на трамваях, а на электричке. В городе запускают новую. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Дополнительный электропоезд «Красноярск-Северный» будет курсировать ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Со станции «Красноярск-Главный» электричка отправляется в 17:40. Прибытие на станцию «Красноярск-Северный» в 18:14. Обратный электропоезд будет отправляться в 18:40. Прибытие на ЖД вокзал в 19:30. По направлению Красноярск, Бугач, Красноярск-Северный. Это уже четвертая пара поездов с начала текущего года. Работа таких электричек позволяет красноярцам объезжать пробки и существенно экономить свое время, особенно в час пик.